Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников. Сегодня хочу показать вам картины Эмиля Чарля Домерона. Это французский художник, очень мало данных по его биографии. Вот некоторые, которые мне удалось найти в усеченной версии Википедии. Родился в 1848 году в Париже, рыцарь почетного легиона в 1897 году, ученик Леона Жармена Пелуза и Константа Трайона. Его творчество близко к стилю барбизонской школы, где природа и его персонажи составляют центральную тему живописных произведений. Ну, собственно говоря, вот и все, что мне удалось найти. Вот смотрим картины. Это картины Эмиля Чарля Домерона. Все, всем пока, всем привет, до свидания.